Никто из русских не спал. Полки занимали позиции за Вороньим камнем. Воины сидели на снегу, точили мечи, осматривали рогатины, переговаривались. Кони беспокойно фыркали, потоки вольморт, мы не понимаем, почему их не рассовывало. Князь Александр, осунувшийся, потемневший, не слезал с седла. Только под утро закончил он объезжать позиции. Сложнее всего договориться с вождями карелов и жорца Пилоташа. Положа руку на сердце, нет на них у меня большой надежды. На одного только Белгусия могу положиться. Да только мало у Белгусия воинов. Коли сломим у немцев, тут карелы и ладожане себя покажут. Устремятся следом, станут стаскивать ливонцев с сёдел. Зато если бой обернется невыгодно, то кто знает, как поведут себя немцы. Могут и бросить родное поле, убежать в леса. Если так, то весь удар придется принимать новгородским, псковским и суздальским войскам. Гаврила Алексич, не отходивший от князя ни на шаг, посмотрел на сереющее небо. Светает, княже. Да, скоро начнется. Утро в субботу, 5 апреля 1242 года, едва взошло солнце, показались немцы. Вначале на лед высыпали пешие отряды чуди. За чуди неторопливо нервно двигали закованные в броню рыцари. Ливонские рыцари были построены обычным своим боевым порядком, клином. Большие продолговатые щиты закрывали большую часть туловища. Могучие кони были также закованы в доспехи, отчего оказалось, не люди закованы, не люди надвигаются на русичи, а грозные языческие истуканы. Русские воины стояли перед вороньим камнем в ожидании. Неспокойно было на сердце у Александра Ярославича. Именно на нее, на пешую новгородскую рать, придется главный хваленый удар немецкой свиньи, сотен закованных в броню всадников. Сомневаюсь, правильно ли поступил, что лучше свой отборный полк, куда входит и дружина, бросил за Вороньим камнем, за пределами основных русских сил. Ливонцы приближались. Порыв ветра отчетливо донес дребезжащий призыв немецких труб. На середине озера немцы перевели коней вскачь. Железный клин и сотен закованных рыцарей, похожие на устремленные ворота таран, несся прямо на новгородскую рать. План магистра ордена меченосцев был прост. Рассечь русские войска, отбросить к Вороньему камню, потом развернуться и закружить вначале левое крыло сил Александра, а затем и правое. Видя, что противник подходит, Ярославич осенил себя крестным знаменем, прошептал: «Помоги мне, Господи, как мне выдано ему братину, родя святополка Хаянного! Лучники, брачники, вперед! Не подведи, ребята! Ежели с нами Бог, то кто над ты?» Как разукрашенный рыцарь из первого ряда поднял на копье одного рыцаря, затоптал конем другого, а затем и сам, поднятый на рогатину отважным новгородцем Мишей, слетел на лед. Его закованный в железо конь бестолково заметался со сбившимся седлом. Йо-хо! Санта-Мария! На конь, брат! Кричали рыцари. Еще миг, и рати сомкнулись. Завязалась страшная сеча. Железный немецкий клин, движущийся неудержимым потоком, смял пешие отряды новгородцев, пробил их до самого Вороньего камня. Ну и сам завяз в русских ратях. Лязг оружия, стоны ранен, конское ржание,
были слышны на много верст вокруг. Снег озера обогрелся кровью. Магистр мечченосцев издали с противоположного берега, наблюдавший за боем, подскакал оруженосец. Передовой русский полк раздавлен! Мы побеждаем! Крикнул он! Магистр довольно пошевелился в седле. Хвала сыпом на опустил. Йо-хоу! Йо-хоу! Сомнем князя Александера! Кричание не шпоры коней! Плохо пришлось русичам, смятым этим железным потоком. Слабело, истекало кровью пешее новгородское ополчение. По 3, по 5 рыцарей приходилось на каждого новгородца. Тяжко было князю Александру смотреть на это с Узменской скалы. Несколько раз поднималась его рука, чтобы бросить в бой резерв. Но медлил князь. Рано еще, рано! Надо ослабить немцев, втянуть их в бой, заставить увязнуть в нем. Князь, прикажи дружине выступить, сомнут же нас. Крикнул горячий Гаврила Алексич. Не время еще для дружины. Гаврила, вели ударить полком правой и левой руки. Пускай клещами сомкнутся они вокруг немцев. Давай, Суздаль! Русские клещи сомкнулись вокруг ливонской свиньи. Тут уж немцам пришлось с ужасом убедиться, что ряды русских и не собирают рассеиваться. Плотно окружают их, нанося ожесточенные удары. Бьют топорами, кроватями, цепями, стягивают бодрами с высоких сёдел. Свалившиеся с сёдел, сминали копытами кони. А тут еще тонкий апрельский лед, как и рассчитывал Александр, не выдержал тяжких рыцарей. Во льду появились трещины, полыни поглощали лионских рыцарей вместе с конями. Где уж у головы под сплошной броне? Вот скрылся один, вот другой пытается выбраться, но подломившийся Дина накрывает его. Санта-Мария, само небо облачилось против нас! Кричание рыцарей открывает черного и Чудского озера. А вот теперь и время для дружины. Да поможет нам Бог. Ударим, братья! Выхватив меч, врубился отважный расслабить плотные ряды немцев. Кстати, снова мы над строем мчалась его дружина. Свежие всадники смяли немецких мир. Началась честь. С другой стороны черного камня на ливонцах ударила рать князя Андрея. Молодец, Андрей! И помешкал! Его. Кто с миром на Русь придет, того примет милостиво. Кто же придет с мечом, примет конец бесславный. Потери ливонцев и чудес были огромными. Пленных немецких рыцарей на арканах тащили к Вороньему камню. Обезоруженные рыцари пугали и рассмотрели на грозного князя Александра, неподвижно спевшего на гнедом коне. Шлемы броня князя были изрублены жестокой сечи, на лбу запеклась кровь. Взгляд синих глаз направил на пленных, был холоден и твёрд. И смиренно склоняли головы литовцы, понимая, пока есть такой заступник у земли русской, ничего, кроме посрамления, не ждет их здесь. Славься, земля наша русская! Воинством своим, защитниками своим, святыми.